Привет всем! Хотела рассказать о таком креме, как Биокон. Вот, это Белоснежка, белорусский крем. Мне он безумно нравится, я уже им пользуюсь. У меня просто светлая кожа, и часто появляются, бывают веснушки весной в особенности. И когда-то, там 4 года назад, я немножко обгорела. И благодаря этому у меня появились веснушки немножко вот с этой стороны, там и на носу, немножко так он как-то потемнели. Вот. И, естественно, что начала искать в интернете, какие крема хорошие, какие не очень там. И мне вот посоветовали даже в аптеке Биокон. Вот, Белоснежка, он идет отбеливающий в 3 этапа. Естественно, что перед применением желательно его протестировать на коже, на руке. Если у вас кожа покраснела, то он вам просто не подходит. Потому что многие, там, у кого нежная кожа, говорят, что идет какая-то аллергическая реакция. Вот. Но мне он подходит, я им пользуюсь. Действительно, веснушки стали более светлее. Они не ушли, но они стали более светлее. И когда я наношу там тоналку или наношу там какой-то крем, там, ну не знаю, там крем, который именно там как-то, ну, тоже связан с тональной основой, то веснушек уже не так видно. И это приятно. И его даже рекомендуется весной наносить на кожу как защиту от ультрафиолета. Не знаю, мне он нравится. Как вам, ну, вы уже на себе испытаете, попробуйте. Вот такой вот крем. Ценовая политика у него там 45-50 гривен. Цена доступная и качество хорошее. И по составу он достаточно очень такой щадящий кожи. То есть там нету никаких опасных элементов, которые потом вредят коже. Ну, по крайней мере, тут так пишут. Так что вот я лично от себя рекомендую. Крем от веснушек, от пигментных пятен, осветляющий кожу, если вы хотите осветлить кожу, вот такой вот крем. Попробуйте, может, и вам тоже он поможет, и вы будете довольны результатом. Хорошего дня, до свидания.